Сегодня глава Карелии встретился с героем России, уроженцем Медвежьегорского района Максимом Поташевым, который на днях получил в Москве высокую награду из рук президента страны. На теплой встрече за чашкой чая собрались самые близкие – родители, брат и сестра. Они уже давно не виделись с Максимом, он ушел на фронт в первые дни спецоперации. И вот сейчас у нашего земляка долгожданный отпуск. Первым делом он планирует отправиться на рыбалку в родном Заонежье. Карелия – это мое просто. Даже если мне предлагают куда-то съездить на море, но я туда не хочу. Просто Карелия – это, не знаю, Онега – это как мое море. Я с самого детства, можно сказать, с 5-6 лет я уже как в озере. И озеро меня знает, и рыба там вся знает меня. Золотую звезду Максиму Поташеву вручили за личное мужество и успешное выполнение военных задач. Получать награду, признается, было волнительно. Мне приходит, уведомление на радийку, говорят, типа, надо срочно прибыть. Ну, я приезжаю, мне говорят, надо выдвинуться уже в Кремль, вас будут награждать уже звездой. В Кремле, не по себе. Очень просто. Столько людей, да, и страшно было. По данным федеральных СМИ, под командованием Максима Поташева было уничтожено 11 боевых бронемашин и более чем 90 украинских боевиков в районе Харьковской области. Также он лично выявил передвижение нескольких диверсионно-разведывательных групп неприятеля. В новейшей истории страны это пятый житель Карелии, который получил звание Героя России.